Привет, дорогие подписчики и зрители наших каналов. С вами снова командир Кирк и помощник Спок. Всем Или просто привет. Артём Бартур. Да, мы продолжаем гоняться по собственному кораблю за какой-то страшной тварью, которую мы туда пригласили. Приперли, да. То есть, по сути, на корабле все было бы хорошо, если бы не два тупых члена отряда. Это не мыслишь. Нет. Короче говоря, вот этих всех людей поубивал он, вот это вот весь ущерб кораблю это нанес. Все, это все он. Он. Это сволочь, мы должны его поймать и судить его справедливым революционным судом. Не мы, нет, нет. Короче, куда идем? Короче, кровь я отсканировал, образец. Теперь надо как-то все-таки, ну, за ним, что ли? Фига себе, что это было. Это паркур. Нам сюда. Хорошо. А, снизу там, типа, он прошел? Я уж не помню. Он прошел сверху, он нам-то наниз. Так. Сверху, там дверьки поломаны. Эту витрину тоже он сломал. Ого, глубоковато. Так звук. Че там спускаешься? И лифт все работал. Ого. Хрена себе. Ты давай. Ого, прикольно. Ни хрена себе лифты. Подвинься, то есть вообще летальный исход. Ну еще бы там такая дура. А лифты прикольные. Я просто рассматриваю, мне так понравилось. Тихо. Да ты не туда побежал. Да нормально. Уйди. Там вон соседняя ниша вообще-то была, ну ладно. Не-не-не. Напоминает это, вспомнить все нового. Да, точно. Или из Mortal Kombat 2. Ага. Так, вот это хорошо. Обогнал. А, нет, обратно. Это вообще было великолепно просто. Обратно. Я только крикнул обратно, я понял. Мне ну уже я ну никак не успевал там уже. Так, что же делать? Я успею, я успею, я успею. О! Я думал, он проехал. Окей. Жал, он еще не проехал. Нормально. Прикольная фигня. Да, блин. Я хотел тебя догнать. Капец вообще. Как обычно, самое простое дело. Но мы будем проходить это полчаса. Нормально. Спешите. Да стой ты. Кто быстрее? Давай. Мы не успеем. Какого хрена? Нет. Так, давай уже пройдем все-таки этот момент. Все. Как обычно. Все. И в самом начале сразу. Это вообще ничего не было. Да, вам показалось. Камон. Так, по одной. Конечно, по одной. Ну, его на peace of me. Давай, подвинься, не толкайся. Rest in pieces. Вот. Все, и вот здесь как бы куда дальше не надо. Ох, офигеть там. Ой, я чуть не упал. Ой-ой-ой. Че? Че там было? Там пролетел лифт, блин. Мой голову воткнулся и собирает все лесенки. Великолепно. Надеюсь, он сейчас не поедет тут ниоткуда. Опа. Хрена себе. 4 метра ростом. Чем пахнет? Не, не. А меня-то что? Меня не так просто уделают. Как это называется?
Получили, короче. Капец, мы отрезаны друг от друга. Да, разделились, походу. Возможно, теперь мы начнем действовать получше. По уму. Не. They don't have a chance, of course. Of course! По-моему, лифт. А, окей. Picking up movement. Лифт. Hello, comrade. А, больно. Воу-воу. Убилась. Блин, там еще одна. Я лучше сюда. Прикольная такая, красивая. Там опять летит. Да, летит! Я вижу. Такой запнулся. Пусть ее передавит. Вот так. Come on. Там что-то есть наверняка, вон там. Я должен туда сходить. Блин, носятся эти лифты тут, капец. Да. Здесь тоже? Ага. Еще и... Воу! Да, блин, это что было? Такие хотели дальше пробежать оба. Оба тормознули. Ну и чё? А чё, больше не поедет? По-моему, нет. Да что это такое? Мины? Воу! Офигеть, это было прикольно. Мне показывает только мое лицо. Ну ладно. Круто. Я уже думал, блин, все. О, вот это было тоже акробатический этюд. Давай, я, короче, бегу. Да, прыгаю, а ты вот так вот делаешь. Нет, я жду тебя, и ты как раз когда запрыгнешь, будет... А, блин, ты бы запрыгнул. Было бы зрелищно. Да, было прикольно. Понравилось. Больше пробовать не будем. О, это тут уже, короче, кораблем управляет. Я делаю то, что хочу. Делает вещи. Cloak engaged. What the hell? The fuck? You will die. We will kill you. Fuck you face. Will cry in fear. Ой, oh, fear, говорю. Ты меня стрелял? Да. Ну, я просто думал, может, мне показалось. Камень, ножницы, бумага, Lizard Spock. Это что было за набор слов? А это я вспомнил из сериала. Как я встретил вашу маму. Нет, теория большого взрыва. Там Шелдон. Ну, ты смотрел вообще, не? Тогда. Тогда ладно. Ну ты попал, ты понял, эу. Пацанчик. Прячешься. Так, я обхожу, ты прикрываешь. А, тут, в принципе, вообще не сложится. Да, блин! Она как-то... Давай. Я упал. Вставай. Все очень плохо. Я не знаю, как нам отвлечу внимание. Вот там, смотри, что открывается. Надо куда-то спрятаться, вот сюда, допустим, и отсюда ломать. Давай его валить. А ты уже все взломал? Там, да. Ну, покажись, лейтенант. Так, это не надо. Эй, ты где? Это сволочь. Вон он стоит. Ты посмотри, какой душный парень. Спина!
а не камикадзе. Да, блин, мне хана, похоже. Все нормально. О, о, появился. Купим. Я упал. Ща, 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 ща. Каман! Давай быстрее эти мини-игры. Какого черта? Так, прикрывай. Неплохо так его порубали. Блин, опять эта хрень летит. Меня сейчас самого свинтит, походу. Тебя подлечу. Вот иди, сволочь. Где он? Где-то здесь. Не исключено, вон он там, с другой стороны. Ты посмотри, какой гнусный парень, да? Это же пипец. Один всего. Ага. Если бы они все такие были, то... Я по крайней мере, аптечка есть. Да стреляет уже! Нормально. Никуда он не летит. Капец, он подвижный такой. Да. Погонь. Куда полетел? Я думаю, никуда. Нет, он полетел. Не успели. Ладно. Короче, сосредоточим огонь. И не скрещиваем лучи. Все нормально будет. Такой сидит без палева вообще. Хорошо. Есть. Да и по нам мать эти долбанные камикадзе. Так, он побежал к другой. Сволочь, стоять. О, как его закрутил аж. О, о, ты посмотри, что делает. Нормально, сейчас завалим. Ты его сканируешь, да? Да. Но не получилось, ушел. Есть. Нет, ушел все-таки, да? Не-не-не, да. Видимый. Сейчас заломаем тебя, к чертовой матери. Вот он. Вот он. Да, блин. Почти. Еее. В этот раз. Это было просто. Вообще хрен убьешь. Да башку ему оторвите в космос, выкиньте, чёрт возьми. А лучше руки-ноги, можно допрашивать будет. Ужас. Ну давай, пробуй. А я туда что лезу? А я просто придержу его. Конечно, удержу, нифиг делать. Тушу такую. Воу. Так, интересно, что я сейчас увижу. О, я лечу в космосе. Прикинь, к звезде какой-то. Да, я вижу, что же самое. Ага. Я ж тоже как бы... Ты тоже наблюдаешь. Законнектился к его телу. Круто. И чё? Да, фигня какая-то. Чё, там долго лететь, чё? Ну, вроде прилетели, надо было пережать. Капец у него в мозгах там наворочено-то. Свою галактику. Офигеть. Прикольный разлом такой. Не. Офигеть. Ну, я бы захватом это не назвал. Да уж.
выжгли половину. Вот так и живем, говорит. Фига там. Короче, космические гопники. Ну, можно и так сказать. Слышь, есть планета. А с природой? А если найду жизнь? А это их база, походу, что ли? Мне кажется, это может... Планета типа Земли. Да. Тут Warcraft какой-то. Прикинь, так рыцари там с копьями, с мечами. И тут такая хрень прилетает, да? Та-та-та-та, такие корабли. Они оказывают нам сопротивление. Убить всех! По сути, он так и есть. Да. Это вообще каменный век. Ага, смотри, бегут в ближний бой. А тут эти ряхи стоят. Нормально. Бой был сложный, но мы сделали это. Мы победили их всех, капитан. Забомбили просто еще. Дубль 3. Он там уже, наверное, начнулся. Курить сходил. Туалет. Ничего, такой корабль. О, какой графон. Чисто дум. Да. This is what happened to New Vulcan. Короче, чувак в Quake играет просто. Ох, энергоячейка, бежим. Мой, который я украл. Ну тут же вроде какой-то еще этот есть. Ну, вообще тот, здоровый, да. Обожженный такой. Тут, наверное, самый главный бабайка. А может, это его черный слуга? Это звучало очень российски. Я не имел ничего такого в виду. Папаня этой. Вот он. Командир, точно. Найди самку. Мне. Мне нужна самка. Потом продолжишь допрос. Он мне уже не нужен, он мне не понравился. Я не люблю бородатых. Найди самку. Ни хрена себе. Зубы сейчас будут чинить. Ты нажал крестик? Я не успел. А я нажал. А, ну ладно, может, не надо было. Может быть, да. Да, может, тогда бы он выжил. Я чисто там... Упс! Вытекли мозги, короче. Это такая... Ты не знаешь, говорит, что с моей папой случилось? Упс. Полетели драть задницы. Я пришел драть задницы и жевать жвачку. Да-да-да. Блин, у меня кончилась жвачка. Я бежаю. Разрыв. Тишина.
тут хоть звука нет. Вообще-то есть. Был там какой-то. Data Head, сэр. Doesn't appear so, sir. If the Enterprise stays near the rift, the interference will sure keep us in. Perfect. Chekov, take the control. Sulu, you gotta get us down there. Our only chance is if we fly a shuttle. Got it. The odds of them not seeing us. I have total faith in you. Bones, you're with us. What? Why do I have to go? Jim, I'm a doctor, not a covert agent. Precisely. And as a doctor, you may be our only hope in defeating the war. If you are able to discover an antidote to their venom, you could definitely gain an advantage. Да не ссы ты. Понял. Аффирматив, сир. Аффирматив. По-итальянски больше. Да, точно так понял. Не, это я просто летел на этом корабле. Тинчик добавил у вас свой список друзей. Окей. Посадил. Так, пилотируешь ты, да? Окей. Planet of the Bad Evil Things will come here, will win this, will be victorious. Yes. Опа. Эти как геоназианцы заметили нас, короче. Что-то все в броне, а он нет. Я не знаю, ним шлем хоть надели. Дураки. Убить их. Дураки. Проходите, пожалуйста. Ну, чё, я предлагаю на этом закончить эту серию, а следующий пойти разбираться уже с проблемами на планете. Ну да. У нас, сказать, 6 серий, мы, по сути, до конца игры дошли практически. Я так понимаю. Мне так кажется, что на этой планете все и закончится. Я думаю, да, но фиг знает, сколько это еще продлится, эта планета. Ну, если учитывать, что мы там, я не знаю, несколько часов на какой-то вообще вчуханной звездной базе были, которая для сюжета не так важна, то, может, на самом деле мы тут и останемся. Ну, прикольно такая. Forever! Тау Валантис. Сейчас Азик такой. Make us whole. И планета Луна прилетит. Короче, крутая игра. Ну, как крутая. Средняя, но вдвоем в кооперативе вообще тащит. Нормально. Тихо-тихо-тихо. Я кое-что видел только что. Что? Сейчас, подожди. Ладно, я не буду... Я не знаю, ладно. Короче, увидимся в следующей серии. Давайте. Блин, я не могу зайти. Влиться в коллектив. Ага. А вот сейчас, попробуй сейчас. Да нет, не получается. Печально. А блин, да. Короче, увидимся в следующей серии, познакомимся с местными аборигенами и убьем их всех. Хороших, плохих, ну как у нас получается, случайно. Да. Нет. А прикинь, как это? И как обычно, спишем все. На врагов. В общем, ладно, увидимся в следующей серии. С вами были Артур и Артём, командир Спок и командир... Кирк? Нет, командир Кирк. Командир Шепард. Да, командир Шепард. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Всем пока.